Существует много компаний, которые производят техническое стекло. Вот. Есть такие компании, известные как Riedel. Это австрийская компания. Есть известная компания французская, которая называется Lehman. Мы для себя, как наиболее консистенцию бокалов, выбрали бокалы, которые носят имя известного стеклодува по фамилии Цальта. Вот. Это тоже австрийская компания, это семья, которая примерно 6 веков назад перебралась из Венеции, там, которая была известна своим стеклодувиным производством, перебралась в Австрию, где начала делать всевозможные формы и достигла консистенции в этом, потому что стала делать стекло по очень сложному рецепту без добавления оксида свинца.